Только если честно, скажи мне, тебе понравились? С тыквой они. Понравились тыквой? Точно? Ульяна с Мирославом говорит что-то, он так говорит, пока не надо. Пока не скажу. Не скажу? Если они сами почувствуют. А, они почувствуют? Они догадаются, что там тыква? Я не догадываюсь, что это тыква. Ты не догадываешься? Всем привет! Сегодня с вами отвела маг. И мы будем готовить тыквенные кексы. Давайте приготовим. Для этого нам понадобится мука, тыква, яйца, сметана, разогреватель, рассольное масло, сахар. Тыкву натираем на терке. Все соединяем вниз. Готово. Раскладываем по формочкам. Отправляем в духовку. Кексов получилось 12. Такие они красивые. По желанию посыпаем сахарной пудрой. Давайте попробуем. Стоп. Смотрите, какие они красивые. Вкусно. Всем пока.